Итак, мы в новой зоне, в какой-то совершенно, опять-таки, нехорошей. Почему-то у меня ложка-вилка. Это время покушать, да? Но пока рано, меня пока еще не подстрелили. В принципе, можно было, конечно, я сейчас думаю, купить хороший комбинезон у этого, короче говоря, у бармена. Ну ладно. Так, о, а давай сюда залезем, может, здесь все-таки что-то есть путевое. Ну, конечно, ничего путевого. Короче, у меня куда-то делись все мои ребята аптечки. Все до одной. Они куда-то нафиг делись. Только да, у нас гости. И в этом нет Какой-то ничего скал кидается хорошего. прямо на нас. Так. Что с ним будем делать? Давай Ты что, не знаешь, что с свидетелями делать? достаем. Так, Качайте и... его без шума и пыли. Вот это расстояние самое то. Попробуем вот с этого расстояния взять, но, конечно, блин. Он не достанет меня с этого расстояния. Так. Ну, в принципе, прицел краснеет. Так. Попадает немножко, но не сильно. Конечно, тут трудная работа. По идее, у меня, конечно, есть гранат. О! Во! Во-во-во-во, хорошо, второго. У них потом мы уже обыщем и найдем вдоволь всяких аптечек. Непонятно, куда у меня аптечки исчезли. Это вообще непонятно. Че, убил? Хрен, он просто присел. Так. Но главное, что они пока не идут в наступление. Сейчас второго поработаем. Немножко приблизиться можно. Так, это что, 30 патронов, да? 30 раз по 16, подожди. Так, настраиваем. Наводка. Наводка. Че, угрохал я его? Да, ну не может быть. Так, значит, вот это начинаем обрабатывать. Так, оружие заклинило. А, слушай, может, из пистолета еще попробовать его, конечно, пообрабатывать. Пистолетных патронов у меня много. Так. Так. Блин, напряженно. Напряженно. Сейчас мы его снимем. Блин, присел. Не наводится. Вот. 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 Так. Никак. 11 патронов. 11 патронов. Так. Пистолетных много патронов. Блин, он вообще не наводится. Нет, наводится. Так, еще раз. Блин, смотри, подожди, вот этого надо тогда снять. Патронов много. Немножко поближе все-таки. Потому что пистолет, это, конечно, ближнего боя оружие. Че он там оробел? Нет, я его не угрохал еще. Блин, а че они так тихо сидят тогда? Да? Вот он, подожди. Так. Блин, конечно, так часто стрелять заклинит. Так, еще поближе подберемся. Вообще должно пробить. Зараза. Нет, не идет.
Так, хорошо. А все, глохнул, что ли? Нет, он просто залег. Так, 4 человека, как было, так и есть. Но все-таки мне показалось, что кого-то из них я грохнул. Так, у нас тут понятно. Переместимся. Так, эту фигнюшку соберем. Так, здесь какая-то аномалия. Тут не пролезешь. Давай попробуем здесь зайти, тогда в здание. Дай аптечку, я не могу не свои. Да почему я его убить-то не могу из пистолета? Грохнул, что ли? Блин, я не понял, грохнул я его или нет. Да, плохи дела. Так, давай тогда загрузим игру еще разок. Так, 22-25, это наше сохранение. Будем стараться. Так, значит, картина следующая вырисовывается. Так, собственно говоря, надо будет с этим, с автоматом идти туда. Ну-ка посмотрим. Одна аптечка, 4 бинта, колбаска. Мало материала.